Ну, в прямом они появлялись, вот эта вот молния появлялась, когда уже, ну, мы же рассчитываем как, что она будет появляться, грубо говоря, ну, она мимо нас проходит и появляется по Ну, логике. на трусах, да, достаточно далеко стоять трусы, Нет, но нормально. имеется в виду, вот мы когда здесь стояли, она должна была вот здесь, да, грубо говоря, появиться, где-то здесь, правильно? Ну. А появилась она, блядь, короче говоря, вот где, сейчас, где-то вот здесь. Но мы успеваем заливать. Я Смысл понимаю, какой-то. ну, типа, с каждым разом все труднее и труднее. Будем бегать слишком много тогда, если я буду дальше метки ставить. Рыбу поставил. Локал, ты где? Да, бафами не достать. Отчинился. Не, про то, что вроде все как обычно, но тайминги как-то сместились. Раньше просто, потому что не замечал захила. Ну, за хила, да, за танки смотрю, сижу. Бля, за Ридара вообще просто заебись, просто перепрыгаешь на ту сторону сразу. Из астрала. Так что и Ридары можете сразу видеть, и луч можете, как только он подходит, перепрыгнули на ту сторону к своему У нас игроку. таких ситуаций не должно быть. Ну, Чтоб ты... согласен. Не, ну у нас есть во всяком случае что, локал, монки, Да, Степанида какая и я. разница? Мы все равно ранжимся. Какая, ну, бля. Как умер? Чё? Как умер Аркрайт? Ну не прощили же Бедная его. земля меня 5к ударила, а потом вот этот 21800 ударил, а вот этот я скилл. Ну, если прожимаешься под Поэтому мы эту. и пьем Я. фласки на хп, чтобы таких моментов избежать. А вы говорите, меня Нет, не даже убивают. фласка бы не хватило. Я просто, что когда я Давай, хапанул сейчас дефолт, вот так я покажу. отожал. На вот этой игре. Пять, хорошо. Норм поставил. Да, хорошо. Бля, ебать вы там рвете, нахуй. Подождите. Каст. Сейчас земля будет. Все Край земля. прожимки. Все прожимки же оставляете, блядь, на щит. Я и не тыкаю прожимки. Да я смотрю, блядь, там все задамажили, пиздец. И нет И... прожимок. Сова звездопад сдала. Каст. Я только крылья отдаюсь. Ну понятно, ты понятно. Сейчас земля будет. Монки земля. Каст. Забежали, блядь, чё он не кастанул, нахуй. Выбежали. Баг какой-то, блядь. Все, перебегаем потихонечку. Сбивайте ей каст вот этот. Сбивайте ее под конец. Молния, блядь, не фуловая. А, отлично, волка с рикошетом. Каст. Монки земля. Каст. Земля 5 секунд. Земля сейчас будет. Аркрайт на тебе. Каст. Забегаем после этого. Забежали. Побудали один стак. Все, выбежали. Шаман, давай Геру. Я стянул на всякий случай. Вот не ломайте сразу каст. Бьем спокойно. Вы можете уже перебегать, кто на моменталку. Сбивайте, сбивайте каст. Я уже сам застал был. Каст. Нормально Земля стоит? будет. Да. Земля с Степанида. Выходи сразу. Ну, то есть так. Каст. Сейчас земля будет.
ты. Угу. Тут молния должна быть. Каст. После этого каста забежали. Полутали. Все выбежали. Все прожимочки, припоты, все отдали. Перебегаем потихонечку. А, забивая, побежали. Поднимайте, поднимайте, рейд, поднимайте! Лич, ебать, чуть не сдохли. Земля 3 секунды, каст. Каст, ага. Земля сейчас будет. Монки, на тебе земля. Монки сорвешь сейчас. Каст. Земля сейчас будет. Степанида земля на тебе. Каст. Забежали после этого каста? Кто забежали? Выбежали. О, нахуй. Ебать. Прям в нас луч появился. Ладно, я еблан, значит, сорян. Чё, блядь, сука, нос? Вы треснешь, у тебя КД? Сейчас загляну. Да поздно уже, я уже забежал. Да, всегда там ставлю метку, чё он, блядь. Надо на шарик смотреть, вот когда мы забегаем, стак ловить, где шарик находится. И если он близко, типа надо... Так я же ставлю метку на шарике. Не. Да вот этот, не, который метка. Летает. Да это понятно. Ну, блядь, мы стояли вот так, что прям вот на писечке. Прям вот там, где он появляется, стали. Там еще 15 метров вокруг него дамажит, когда он летает. Ну не 15, ты че? Ну ты что-то, конечно, загнул, потому что я угор к нему стоял, вот, на прошлом. Вот как вот этот. А, ну не знаю. Метров 15 метров, еще это можно было бы вообще не вставать нигде. Сразу бы убивало. Во время того, как луч, он должен дамажить вокруг себя еще. Ну, 15, конечно, много. Вокруг себя он не на 15. Ну вот как будто этот фонтан нарисован. Максимум на 2. А ну где-то девятка. У меня вспышка вот 10 метров. Ты смотри, как это много, ебать. Это просто ебать. Ты представляешь, 15, чё? Там шар максимум вокруг себя. Ну, в рейнже 2. Поставил рыбку кушать. Сейчас передвину. Так, а мы где стояли? В ромбе или в трусах? В ромбе, да? Нет, в ромбе. В трусах. Блять, в трусах я смотрел, ебать, сколько места было. А в этот раз нас убило в трусах почему-то. Я и говорю, как-то очень странно, шарики. Она. В этот раз она на первом разу не кастанула перед тем, как начал. Да я говорю, какая-то пизда. Там, я боюсь, что нам придется все время двигаться. И походу как-то. Да не, просто муж раньше везло. Кажу, ты где там? Бежишь. Чинился. Как-то так, ебать, я хуй знаю. Так, это сейчас. Так, баф раскидываю. Ну я, да, давай я попробую смотреть за сферами, в случае чего, чтобы сместиться левее или правее, буду говорить. Ну левее получается, блядь. Ну да, левее, правее. Вам будет... Вперед-назад, право. Лучше говори, вперед-назад. А, заебись, давай, давай, вперед-назад, мы вот мы вот ведем по часовой, это вперед, да, зад это, обратно. Взад-назад. Пропусти, да. Эту, пропусти эту, пропусти эту, да, я пропущу ее, пропусти. Я сам еще свои бафы еще, не поедни. Бля, бафло заканчивается, есть у нас там баф? Но в ГБ есть, да. Эту тоже пропускаем, да? Спиздим, не, готов. Ой, ебать, продамажно. Каст. Сейчас земля будет? Ага, будет, что-то я туплю. Каст. Земля 2 секунды. Монки скинь.
Каст. После этого каста забежали, побежали. Сейчас нормально. Время есть. Ложимки все скинули. Блять, да столько золотом сыра. Где ты? Каплю тебе дал. Панила, ты что делаешь? Нахуй ты по лужам просто как бегаешь? Только перебегаю. Поднимите кон на фул. С кастанем, да. Блять, убьет кого-то. Какого там бафа не хватает? 24к. Лок, ты какой-то вызвал, нет? Каст. Локал, скинь агро. Хожу во сне, земля. Ебать. Каст. Молния в тебя. Ага, хожу. Земля будет. Войд, земля. Молния войда, отлично. Только единственный урон полутал. Каст. Все отлично. Стали, забежали. Спокойно бьем. Парик пролетел. Геру. Массакру даю. Это вообще пиздец по ХП. Ну поднимайте, ебать. Под Герой должны похиливать, я хуй знаю. Очень быстро. Сейчас кикну. Кикну сам. Все. Блять, ну скажи сам. Ох, ебать, Аркрайт, в половину ХП было. Поднимаю. Ну я отходил, я максимально пытался. Тихо, подняли тебя, Аркрайт. Давайте, каст. Да, убьем, пока прохилили все. И Коба. Да, частичка спала. Ну, может, ты прям в луне стоит. Типа Нида, вынеси. Нет? А, или чё? Чё у меня нет, пиздит? Нет, я обогануло. Земля сейчас будет. Хуя, пиздит. О, заебись. Дайте бафы. Я дал. Каст. После этого забежали. Все вышло. Отдали прожимки. Степанида не полутался так. Блять. Йова. Войд в одного поднимает. Значит, стоим тут, не сбиваем каст, Войд поднимает. У меня гимна нет. Он не повесился, потому что ты мало стоял там. Ну, Кона, ты на кастах. У нас все пиздец. Перебегаем. Каст. Мы сможем без двух ДД? Ну, блять, бьем. Чё? Пожимочки никуда не отдавайте, пока не началось. Спазы. Сейчас земля будет, смотрим. Локо, земля. Каст. После этого забежали. Отдавайте защитные свои прожимки, чтобы вас прохилить могли. Репот и все, что есть, скидывайте. Пиздец. Все нормально. Что пиздец? Да нихуя. Они сломали эту хуйню. Да. У меня почему-то я телепортироваться не мог, мне тупо. Понятно, ты что там бегаешь? Ты не понимаешь, что тебе делать? То я смотрю, уже спокойствие прошло, ты по лужам там бегаешь, пытаешься что-то найти. То ты, блядь, не забегаешь. Я не знаю, я здесь за хила сидел, ебать, так просто хилить, я хуй знаю. Сама, может, это, может, кстати, попробуешь похилить? Ну, блядь, зачем вы нужны тогда? Ну, что за хуйня? Хилы не справятся со своей работой. Тут никого не ваншотят сейчас. Ну, если так, то ДЦшник получше. ДЦшник лучше, блять, на всех боссах тем, что он упреждает урон. Но я говорю еще раз, зачем нужны твои хилы, если они не прохиливают ни ваншот? Если бы я был у вас не уверен, я бы искал ДЦшника. Но я же знаю, что вы можете прохилить. Может, на ХП тогда на туре выпить? Пили же в прошлый раз. Так я выпил на ХП, в чем проблема остальная? Никого я не ваншотил. Никого не ваншотит. Ну...
Их постоянно убивают, получается, одного постоянно. Давайте, да, я куплю в эту. Да у меня есть, я тебе дам. Жу, ты че лежишь такой? Тебе ресну? Я вообще ресну уже. Вы хилы. Войду, понятное дело, легче, потому что он, грубо говоря, может даже не смотреть на хп, по это забегает, да накидывает ход и все так же на ходу, ему плевать. Тебе твоя задача, типа, нет, да ты в момент, когда заходишь в лужу, смотришь на свои дебафы и хилишь оверхилом. Жень. Тыкайте бабл, тыкай, если ты не успел там полутать стак или что-то еще произошло. Выкручивайся из ситуации. За свои классы вы должны сами шарить, рыбу ставлю. Полутал дебаф, сразу же выбежал. Стал упреждающе. Вот эту пулем, да? Или нет еще? Нет, там народ что-то стоит. Окей, окей. Следующий за пулем. 300 баф. Войт вообще тут? Да. Да-да, хавает, хавает. Сейчас следующая полетит за пулем. Угу, понял. Каст, земля сейчас будет. Каст! Каст! Её сбили. Войд. Это я забил. Красавчик. Хожу, не спи. Каст. Земля 4 секунды. Коба, земля на тебе. Сильно перекрёстно будет. Каст. После этого каста забегаем. Забежали. Все полутали, вышли. Прожимочки все свои скинули. Все перебегаем потихонечку. Сбил. Ага, тут еще кто-то. Молния. Ага, отлично. Живы. Так, чуть-чуть его надо передвинуть. Каст. Каст. Монки, на тебе земля. Птичка заканчивается. Каст, да. Сейчас земля будет. Монки, земля. Каст. Монки стак. Забежали, 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 полутали. Но монки, значит, больше не забегает. Еру. Добью сам. Понечко. Убиваю. Молнию прохилили. Все, перебегаем. Каст. Сейчас земля будет. Чуть-чуть. Коба, 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 земля. Точно. Каст. Сейчас припоты не отдавайте, у кого стал. Сейчас прожимочки отдают. Припоты на следующий раз. Аркрайт, земля на тебе. Каст. После этого каста забежали, набежали. Полутали, вышли.
Все, прожимочка. Масокру нажимаю. Масокру нажал. Смотрю, рейд просел. Перебегаем потихонечку. Сейчас. Бьем пока. Сейчас я касса бью. Ну, кто на моменталках перебегать нужно, понимаешь? Yep. Поэтому я говорю. Понимаешь, я жду, стараюсь того момента, когда... Кас. Аркрайт вынеси. Хожу прохиливать, что-то он бомбал ему прям сильно. Каст. Земля сейчас будет. Давай, Аркрайт. Войд. Каст. После этого каста забегаем. Забежали, полутали. Вышли. Сейчас отдаем. Назад чуть-чуть, назад чуть-чуть. Блять. Ну ты сказал, сейчас когда мы не так. Я понимаю, но я сам увидел в тот момент. Я ее, блядь, уже двигал. Я заебала меня, эта метка ебучая. Я не знаю, что метка, ну. Я типа сразу встал там, где не появляется это. Ну ты понятно. Заранее. Вот вы когда идете ловить в лужу, вы смотрите, где шарфы. Понятно, вот, тебе легко это делать, потому что ты, грубо говоря, обхотываешь, ты все можешь глазами осматривать. Я смотрю только на этот, на обоссанный этот вуду. В том суть, что ты подкидываешь ходочки, да, спокойно оглядываешься. Ну, если ты заранее видишь, что мы не успеваем, ну скажи. Да, в том-то и дело, что мне, чтобы сказать, надо альт нажать и отвлечься от этого вуду. Поставь голосу. Ну, блять. Проще сделай, поставь метку на меня и все. И идите всегда в метку, я никогда в луч не попадаю. Хорошо. Ну, прошлый раз, например, когда я не переставил. Я? Нет. Не, о чем? Ну, поставить метку несложно, согласен. Если у человека есть возможность оглядываться в моменты, когда да, происходит. Момента где-то. Нет. Где мы опять в трусах умерли? Сколько, сука, можно их двигать уже? Они уже, блядь, очень близко. Да там не столько в метке дело, еще вот когда пулишь, типа, в момент, если и ближе или дальше шарик запулился, то расположение меняется. Нет, у нас метка пула же стоит. Мы по метке пулим. И я стараюсь вот именно пулить, и каждый раз две сферки появляются вот прям ровно после нас, прям тютя в тюте. Тут, и тут она прям в нас попалась. Вы все равно стараетесь с упреждением чуть вставать, не метку эту, чуть-чуть там перед ней. Зависит от того, как сбили последний шок небес. Ну, я тоже заметил, что если шок небес сбиваешь очень быстро, у нее там немножечко ее ротация меняется. Если прям вопрос... начинает кастовать. И вот логичный вопрос, да? Че важнее, сбивать его быстро или, блядь, до талого? Какую просышь? Эй, а стрим куда делся? Я когда смотрел гайд, там же вообще говорят, что луки прокатили. Раньше вроде сбивали его почти под конец. Сейчас так не делают, не? Кого еще раз? Ну вот я когда смотрел гайд на ютубе, там проклятие луки кидают, чтобы у него дольше каст был, и сбивали под конец. Ну у нас нету анхоли, у нас сова есть. Ну в принципе может локу повешать. Почему сова? 13%. Ну да. На нее разве казнозычие действует, по-моему, нет. Будем пулить сейчас? Сейчас будем пулить? Нет. Да, сейчас вот это полетит, давай пулять. А, все, хорошо. А давай, все, сейчас пуляем. А у тебя четко дышивается звездопад? Да. Щиту. Ну. Каст. Земля сейчас будет. Каст. Сейчас земля будет. Похоже, во сне земля. Хороший кут. Каст. После этого каста забежали.
залетали. Вот там после нас хорошо все. Да, я сейчас. Я раньше не особо следил за этой темой, то есть на метки доверялся. Сейчас буду смотреть. Но все равно что-то маловато времени. Добиваем, добиваем. Хорошо. Вон, ты почему так много урона? Перебегаем. Чувак. Поднимитесь, типа ниду, блядь, там на половине. Каст, каст. Хожу, земля. Конец. Хожу, земля. Хожу, земля. Блядь. Каст. Земля 5 секунд. Хожу опять на тебе, земля. Вниз. Молния пошла. Угу. Каст. После этого каста забегаем. Побежали. Нормально стоим, здесь бьем. Ох, бьем. Коны, передвигайся чуть-чуть. Бать, что-то очень долго били. Перебегаем? Да. Прожимочки сейчас не тратим, на этот раз отдаем прожим. Сейчас земля будет. Каст. Хожу на тебе, земля. Облюбовала тебя. Земля 5 секунд. Окол на тебе, земля. Молния. Ну, сразу вставать надо или нет? Нет. Каст. После этого каста забегаем. Забежали. Ушли. Нормально, стоим, бьем. Даже дохуя. Дольше она, да, кастует, или мне кажется? Ну, гнев небес она точно дольше. Сейчас кастует. Перебегать нужно будет, поэтому смотрите. Все, нормально. Я уже протонулся был. Бегаем потихонечку. Каст сейчас кикну. Молния. Куда она делась нахуй? Ну, в Якутову улетел, а он притворился. Сейчас земля будет. Каст. Локал земля. Сейчас приплоты отдаем на этот раз. Каст. Поднимайте, поднимайте. Два человека поднять не может. Кого выбеги? Каст. После этого каста забегаем. Блять, ну чуть-чуть надо будет вперед двигаться. Да, в середину мы как раз. Двигаемся на моменталочку. Йова. Отдавайте приплоты. Блять. Не долетел. Я не успел телепортироваться. Продамажьте, я собью каст. Продамажу. Я встану, если что. Давай, сейчас давай. Наебать таких ебенищек. Дай Б. Хожу, вхожу, дай. Я встал, еще в монке. Аркрай, дай в монке. Вой, дай в меня. Ручки отдал тебе. Тим на ману скинул. Ты дай пристабаф, это очень важно. Дал. Степанида, лужа. Степанида, лужа. Степанида. Бля, долго отвожу. Вы видите сами, да. Заеблание. Каст. Сейчас земля будет новая. Степанида. Опять на тебе. Степанида, ну выноси. Да не в ту же лужу. Бля, что ты делаешь? Ладно, надеюсь, они будут. Ебать. Каст. После этого забежали. Полутали. Сфера рядом очень. Сфера, да. Назад все. Блядь, Степанида умер. Прохиливай его. Это пизда. Я умер. Я прожал массу круг. Пробуйте 2 ляма. В принципе, почти весь у него этот диапазон можем пробежать.
Успеваете? Да. Там есть хил вообще живой? Да, воет один. Давай, цели мало. Кон, это на костах каст. Каст. Отлично. Монки. Я здесь вынесу. Да, второй здесь мало, чтоб вынесу. Монки, к нему беги. А он молнии выносит в одного. Я выношу молнии, она не клевает. Сейчас земля будет через 3 секунды. Заебись. Живых вообще никакие нет, давайте. Земля пошла. Монки, на тебе вынеси ближе к нам деньги. Прохиливай. Каст. С этого забежали. Чуть вперед можно. Раз, да, и защитный. Все защитные свои отдавайте. Да, у меня. Твой достягиваю на всякий случай. Пока я не лутанул. Двигаемся. Что, сможете задамажить, блядь? Я каст собью, стою, жду. Я пытаюсь сюда. Нет. Ну я хуй. Сейчас она вообще от этого, блядь, от луны настолько ебать далеко было, ой, от трусов. Я просто охуел вообще. Мы практически в середине были. Ну, то есть между той и между этой в равном расстоянии. Ну и чё, и как она кастует? Я слушаю, вот ты вешаешь ей косноязычие, вот этот гнев, который она, грубо говоря, ну, создает эту хуету, ну, молнию, она кастует пиздец как долго. В этот момент, даже когда мы ее пробиваем, еще остается хуево туча времени, когда она ничего не делает. Просто стоит этот каст, стоит, кастует, блядь, еще секунд 10, и можно просто манекен хуярить. Я думаю, это хорошо. Я отошел минут на 3. Минут на 30? 3. Да, с точки зрения нанесения урона, это охуеть, конечно, классно. Но, блядь, я не понимаю, почему у нас... Степанида, что с тобой не так было? Ты два раза лужу просто под нас разлил. Еще и умер, ну бабл ты прожми, если понимаешь, что пизда. До этого уже пиздеца никакого не было. Все отлично прохиливалось. 3% я оставил, пиздец. Но уже подгорать начинает. С той хуйни, что у нас Степанида тупит каждый трай. У нас много костов уходит просто в клиф, в никуда. В волка моего летит, в меня летит, я стою на рендже. И летит в беса, который не кливает. И летит в тотемы, который не кливает. Нет, тотемы кливают, если они стоят, а тотемы стоят под нами. Да, есть. Обычно иногда они остаются с один. Ну это понятно. Ну и вот. Ничего, пока ничего не ставит, все равно локал. Я просто смотрю, там вот, например, две цели просевших было. И они стоят секунды, наверное, две без прохила вообще. Ну это вообще пиздец. Такого не должно быть. А вы для приложения еще открыты, не? Да, мы всегда открыты. Это ж, а если попробовать BL? Нет, тут смысл в чем BL, что ну, я мы понял, сначала... Что-то. Я тебе сейчас объясню, ты поймешь, в чем прикол. Что вот мы стоим в кресте, начинаем бить, прожимки никто не сдает свои. Сдаются прожимки под щит. То есть вы прожали прожимки, сломали щит. Мы перебежали, у всех прожимки в КД на следующий щит. Мы отдаем Геру. С помощью Геры мы ломаем второй щит. На Луну перебегаем, у кого-то уже от КД-шли с прожимки. Они их прожимают опять. Мы опять прибавим. Я понял, да, что это из-за щитка. Ну просто что, ну я думаю, у нас ДПС и так хватает. ХП я снять побольше. Ну мы сейчас вот на синей метке еле-еле успели с Герой сломать щит. Если ее не будет, не факт, что мы его сломаем. Я не знаю, почему сейчас так произошло, потому что до этого мы прям вообще очень ломали сильно. Вот предпоследний, да, вот щиток, мы сколько на половина, грубо говоря, было, правильно? Мы сбили щит. Ну, мы сбили как? Почему щит? Во-первых, я телепортировался на ту сторону,
И тупо стоял, ждал, пока вы пробьете. Если бы, ну, был бы не Эридар, хуй бы мы бы... Давай на щиты вставать, как бы. Хер его знает, хватит. Не, ну, нет, я просто, да, как... Я понял, про что ты говоришь, чтоб меньше хп у босса осталось. Да, чем меньше хп, вот у нее, да, 700-ка тупо осталось, да, ну под БЛом и... Смачно, наверное, есть, можно снять. Ну, это понятно, но видишь, ты, грубо говоря, ты БЛ тратишь на щиток, ты сносишь быстрее щиток, ты быстрее бьешь ее, потому что она все равно стоит, кастует и нихуя не делает. То же самое выходит. То есть она стоит, грубо говоря, если мы ей каст сразу не сбиваем, ну, то же самое будет. Я понял, за что. Ну, сегодня мы на гнева уже не пойдем. Гнева убиваем, гнева потом добьем. Что тут? Вы на Кадасе шуарим. Я не знаю, ты говори, когда тебе удобно. Ой, забыл тебя резать. Мне в это что? Ну, у меня только в понедельник. В понедельник, видишь, там другое у нас, Страж Азерота стоит. Угу. Какой-то я другой день. Все остальные дни я могу пойти. Ну, тогда не получится. Сейчас уже не буду двигать Страж Азерота. Не-не-не, ну я за... Ну, я поставлю, если получится, приходи. Сейчас спрошу у людей, когда им удобно. Я бы среду. В среду. Я тоже в среду. Ну все, тогда в среду. Убьем гнева, потраем, я не знаю, копыта опять потраем. Посмотрим, какой состав будет. Может, если состав плохой, то пойдем арану потраем. Я тут исцеляющий дождь закончил кастовать. Да, блядь, съешь исцеляющий, якут. Истабаф? Локал, дай беса за бафку. Следующий полем, да? Нет. Ну да, которого следующий полетит. Вставайте, мед. Мать, я уже припотов съел. Снизу еще и сейчас висело. А, земля будет. Ты? Я. Он, она. Монки скинь. Каст. Да, это было. Ты зря монки уже. А чё, не на... Каст. После этого каста забегаем. Бежали. Нормально стоим, дамажим. Прожимочки свои скидываем. Монки! Да-да, я вижу. Ну шо, стоим, прохиливаемся пока что. Да, да, ебать, как долго. Ты сотри нахуй просто. Еле-еле, ебать. Главное, чтобы это нам не аукнуло, что он не там кастовать. Да, аукнется. Аукнется? Да. Не, никак. У нас в любом случае уже рандом каст, происходит. Каст. Монки, на тебе земля. Что он там стоит? Да я хуй его знаю. Вы должны перебегать, когда она кастует уже. Она стоит, кастует, то мусует что-то. Она не, дает, она не хочет двигаться. Земля будет. Маркрайт на тебе земля. Каст. После этого каста забегаем. Нормально стоит, отлично стоим, дамажим. Сегодня полутаю, нет, блять. Все, Геру, давай. Аркрайт, передвиньте. Аркрайт... Ага. А, нормально. Перебегаем. Кастер вообще на менталках хорошо перебегает. Ну и чё, на, две молнии подряд. Земля сейчас будет, каст. Земля будет.
Раз. Сейчас прожимочки свои скидываем, припотом не трогаем. Земля сейчас будет 2 секунды. Земля локал. Молния в локал, отлично. А, нихуя стрикошетило. Каст. После этого каста забегаем. Забежали. Нормально, с тем дамажем. Да, да, хорошо. Монки, передвигайся потихонечку, за тобой уже идет луч. Не рискуй лучше, не телепортируйся. Еще. Поднимайте пока. Со всех все спало. Я сбиваю каст. Припоты на следующий раз даем. И смотрим за лучом, если я скажу перебежать вправо, перебегаем немножко правее метки. Левее, ну левее не будет, только правее может быть. Каст, земля сейчас будет. Локал? Ага, отлично. Аркрайт, давай имер. Каст. Земля 2 секунды. Ты? Прохильте. Каст. После этого забегаем. Забежали. А, нормально, нормально, более-менее. Нам нужно будет даже перебегать там, то есть сейчас на моменталках сразу бегать. Монки, за тобой прям. Добиваем, добиваем, хорошо. Все. И по ниду БР? Да, дай, дайте, кто-нибудь, тебе есть, блядь, у нас один только... Войда, Войда подними. Войд, кидай. Войд поднимется, типа ниду. А, сбил. Даю хил, даю хил, поднимай, поднимай, поднимай. Все, перебегайте, что вы стоите там? Шок. Ага. Стоим в ромбе. Коба. Коба, 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 да. На ману есть гиб? Да, сейчас дам. Даю. Прохиливать. Каст. На хп сдай. Сейчас будет, я уже сдал. Сейчас будет земля. Воет на тебе земля. Частицу на меня накинь. Прохиливать, а, ты на себя дал. Понял. Каст. После этого каста забегаем. Бля, ебать далеко, конечно. Вперед передвигаемся. Вперед, вперед, вперед. Вперед все. Часовой. Не умрите там. Давайте, блядь, РДД. Я собью. Я, блядь, пытаюсь. Все, убиваем. Убиваем ее здесь, блядь, хоть в центре ставь, еще похуй. Думаю, полтора ляма там и добьем здесь. Должны. Бля, сейчас через 3 секунды смотрим. Молния, блядь. Каст. Монки, земля на тебя. А, он ебеняк стоит, похуй вообще на него. И... Как оно заебало? Блядь, а? Тотем ебаный. Ну, ботинки сразу мне дал. Ну, может, что угодно тыкать, если ты снова нажал. Ебаный тотем, у тебя же уже есть, да, я хожу? Да, так, есть. А сапоги, да, а даю чернокни. Тканника, ну кто там у нас? Только чернокнижный же тканник. Ну, у меня давай. Надис парольте, надис парольте. Я просто напала, чтобы понюхать, блядь. Не там. Все, да? На сегодня, да. Нет, а почему? А смотритель. А смотритель, а что, не будем? А, да, идем, смотрителя пиздить, идем. Так, там посох у него мой лежит. Я вам уже столько посохов по нас давал. Ну да, ты один тканник у нас остался. Идем, смотритель, блядь, легкий босс. Ну это тоже. Если мы на 9 аквайпались, я буду представить, ну, что у нас видишь, будет. Видишь, проблема в том, что хуй пойми, как он лучи, блядь, кидал. Не по меткам, не как в прошлый раз. Раньше было... Ну, я же вам сказал, что аукнется. Нет, как раз таки... Первый раз ты ничего не кидали. Не-не-не-не-не. Вот сейчас бы локал, если бы ты не кидал бы это проклятие, вот сейчас я бы не перепрыгнул бы, она бы касту уже завершила бы, вы бы не успели бы щит пробить. Это да. Так что проклятие стопудово. Это, да, оно спасает тот момент, что вот такие редары, как я, могут перепрыгнуть из милишников, спокойно сбить каст,
и продолжать дамажить. Да, можно сбивать каст, как бы. Это понятно, но тут именно вагон времени. То есть милишники, если редары, могут спокойно перепрыгнуть и дамажить, и дамажить, и дамажить. Там времени давайте просто тонны. Полчаса траем, не убиваем, значит, тоже на следующий раз. Там ДЦшник что, получше будет, да? Да, я спекну ДЦ, сейчас идем когда. Что насчет скидывания стаков, есть идеи? Да, я бабл прожму в нужный момент, и все. Да. А бабл не снимается? Ну, вряд ли, это магия же. Какая разница, боб, бабл? Ну, у меня есть вариант один, если типа бабла не будет хватать. Ну, ты из-за стены забегаешь, там он стопится, ебать. Не-не, ретаунт кидать просто. А это вы за какие? За ядовитый вот этот дебаф? Да. А зачем? Как на собаке, ну, короче, в Наксе. Ну вы что, настакиваете? Ну, так если... А вы милишники бьете босса? Милики не бьют милишники босса. Он атакрится, понятно. И что, и все равно лучше, да, босса? Ну на танка имеется, да, в виду, танки, стаки копятся. Ну я понял, не, ну просто что у нас вот в один... Что там можно не забивать, нахуя его сделать? Я говорю, что и у нас такая... Никто видишь, не... Видишь, на ДК-то легко скинуть все эти стаки? Нет, ну точнее, только... как минимум заэвэйдить. Да нет, ну я за то, что мы вообще никак стаки не сбрасываем. Просто в один и все. Кто не сбрасывал? Ну танк не сбрасывал никакие стаки. А какой танк? ДК был. Ну, вот там ДК зеленку прожимает, и уже стак тем самым и выйдет. На нем стаки медленнее копятся. Да они вообще каждый не раз... копятся. Там скидываешь, блядь, по 45 секунд скинул, 45 скинул. Да, ну, то есть, нет, ты отдашь, он в следующий раз, когда будет кастовать, у тебя уже предыдущий скинулся. А, кстати, у нас же иконы есть еще. А, у тираторки спрятаны. Да ладно, спойлеры там, конечно. Ну я, по крайней мере, поучусь. Я попробую блинковаться, у меня редаровская билка. Я хочу, ну... попробовать. Че интересно, если ты за колонну, блин, конечно, когда он будет кидать. А он там кастует или нет? Он... Тут так лосс не работает, по-моему. Не, ну понятно, он кидает в определенном радиусе же. Бегите наверх, наверх, бегите. Не бейте, не бейте, не надо. Надо, я его наверх заведу и сразу пачку бьем. Женя, блядь, доебался до духа бедного. Да, блядь, а чё он начинает? Нормально же сидели. Сидели. Да. По-моему, нижний отогревается, а... нет? Ну, судя по всему, да. Ну, они встали, да, ушли. Это и хуёво, потом следующий будет бежать. Пизды будет давать. Кого там ритут взорваться? Чего взорвутся? Ритус взорвутся. Ритус, слышишь? Ебать, какие фразы. А чё мы сапрот же пьем, да? Да, сапрот и пьем. Как раз фласки мне 23 секунды сейчас закончатся. С меткой выбегает. Да-нибудь. Пространство сзади переводит. Ехал. Воед. Ну да, слышу, как кого-то рвется задница. Хм. По швам. У Шубраза, у него там швы расходятся. И мы сняли же уже. Это у Шамиля. Ну, звуки, да. Шамиль. Ты там в микрофон попердываешь? Он, короче, в этих... сидит в колготках сетчатых. И этот гвоздем так делает, понял? Кожаный наушник. Лоб перебирает. Да-да-да. Он пытается что-то сказать, и у него микрофон просто говнит. Угу. И такое. Чего? У тебя микрофон плохо. Тебя он репит выдает. Это ноутбук. А, ноутбук. Ну тем более. Ну поставь от кнопки. Да ладно, что, не сильно мешает. Монки бы не сказал, я бы не заметил. Монки, бля, всякую хуйню замечаю. Все что угодно, кроме нужного. Да. Ебать, мобы мелкие. Сегодня мы его звали, блядь, Вальхейм, он что-то нихуя не замечал, блядь. Да пиздец.
Якутский шаман. У него на все это одно оправдание, я спал. Я реально спал. Угу. Верим, верим. Ты долго сидишь. Так как это, героика-то там мне реально вылетела, блядь, ребята. Каждый раз. Опа! Да, этот мог что угодно сказать. Так как у Степаниды вчера реально вылетел? Бать сосуд эти сифонники. О, да. Маны нет. Пиздец, постоим. Бой дореснете. Этих в углу тоже пиздим? Да. Да, залетаем уже туда. Я еще завтра 4.25-ки, это ж вообще жесть. Посмотрим, насколько мы их быстро будем проносить, блять. Ну, при условии, что ты написал 220+, я чувствую, это будет долго. Ну, это же так, нижний порог. Ну, естественно, я буду смотреть тоже по шмоту. Типа, без чарок, без сакетов я не буду брать людей. Слышь, Жень, что там за квест такой? Охота, ну, если ты играл на X2, X3, это охота. Нет, не играл. Ну, тебе дают монетки, 300 голды. То есть монетки Джулии, 300 голды и что-то еще. Именно те жетоны, которые нужны совершенно. Пока жетонов можно забрать. Да, 300 голды, 7 жетонов и мешочек. Жетоны Толгорода можно взять, а можно жетоны Кильденаса взять? Так там нет жетонов Кильденаса. Там нет ни таких. Откуда вы знаете? Там жетоны, жетоны Войны Запределья. Они выставляли. Жетоны Запределья, Хонор, АП и ОД. Я просто сделал этот квест на неделе. Че вы это? Все понял. Можно жетоны Запределья брать, вторую Т4. Ой, это от второго спека это 4 вот так. Да не, ну 30 жетонов за пределы это. 15 инстов. 2 недели фарма. Неделя. 2 дня. Это 2 недели плюс 1 данж. 2,5. 2 дня. Ой, 2 дня и 2 дня и плюс 1 данж. Тоже нихуя так. Учитывая, что кому-то еще. Шкатулочку быстро купить. Попилять. Моб, вернись, я все прощу. Маны тупо нету. Оба, прости, у меня маны нету, чтобы затанкить. Я спал. Не, я же не якутский шаман. Мало ли, может, он во время сна видит какое-то там будущее, хуй его знает. Он во время сна идет фармить. Давайте выйдем, он сагает, чтобы мы заявили вас. Пиздуйте отсюда. А какой у нас первый аркан? Я, короче, спекаюсь пока, дайте. Первый аркан? Да. Ну, о, слава яйца. Тотему уберите. Да, я в бою, не даст он сейчас спекнуться. Мои вещи поменять. Я успею пойти и похавать и приготовить. Нет. Я думаю, нет, мы же сейчас бить будем. Я говорю, мы сейчас еще минут 25 потраем. Нет, значит нет. На следующий раз. Тоже тут не хочу сидеть долго где-то на работу. Руак нам оставишь? Нет. Эх ты, падла. Бля, завтра работать, да? Пиздец. Это кто сказал про работу? Кто? Кто? Откуда звук? Якутский шаман. Какая работа? Вот я тоже удивлен. Взять работу. У него единственная работа это фармить. Все, переоделся. Будет спекнуть. Я надеюсь, уже. Что помимо арканического первый, второй будет электрический, чтобы на третьем можно было просто слакать. Пейте этот сопрот и все. Там сложно слакать, там просто пал, блядь. Пизды получает и все. Да. Там даже милики, в принципе, могут пойти суицидноваться от босса. Сейчас может, надо
Если вдруг ты упадешь на поезде, нам будет проще, чтобы кон во фрост стойку встал. Ну да, 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 тоже верно. Так, а что у нас? Подожди, нам нужно... А, блять, на ядовитом хожу, куда закинуть, чтобы он был. А пусть так и стоит, какая разница. Так, метки. Так, какой сейчас первый будет? Аркан. Арканический. Блять, давайте и поподробнее, пожалуйста. Сейчас. Это тот, на котором мы БЛ даем, где нужно руны закрывать. Так. Со стороны ромба стоит я и Монки. Угол Монки, да. Со стороны луны стоит Войд и Хожу. И что у нас остается? У нас Аркрайт еще есть. В трусах стоит. Аркрайт, стой в трусах. Будешь на сторону, где больше меток. То есть увидел, что три метки с ромба, побежал туда. Увидел три метки с этого, с луны, побежал туда. Как справить? Ну и мы хилы стоим по центру, то есть вот здесь вот за зеленой, вот здесь стоим, где я сейчас. То есть мы тоже встаем, вот она в меня прилетела, я в ней стою где-то чуть левее, чуть правее. Два человека сразу не забегайте, то есть два забежало, кто-нибудь кричите, там я остаюсь, чтобы не было такого, два забежало, два выбежало. Я объясняю тактику с нуля, Степанида, ты, наверное, здесь первый раз. Ну да, вот ему с самого нуля объясню. Степанида, смотри, сагриваем босса. Вот танк тянет вот сюда, ставит. Хилить придется много. Они стоят, танкуют его, просто бьют, ничего не происходит. Потом босс начинает кастовать. Рунические эти, блядь, знаки. На... Они руны. На пол 6 рун. Они рандомно, вот, грубо говоря, от ромба до луны, примерно еще дальше, будут кидаться на пол 6 этих рун. Их нужно закрыть. То есть каждой руне должен стоять по человеку. Не 2 человека, не 5. По одному человеку зайдет 2, вы умрете. Вот. Зашло 2, один должен из вас выбежать. Мы с тобой стоим вот здесь сзади. Сзади этой метки трусов. И мы бегаем только в том случае, если кому-то уже, ну, некому больше закрывать. Рядом с нами где-то вот появилось, вот здесь вот в центре. Все, больше мы никуда не бегаем с тобой. Мы стоим, хилим. Мы должны обязательно их на фулах держать, иначе их убьет, когда он в руны стрельнет. То есть он в руны потом стреляет. Если на кого-то на руне нету, мы умрем. Ну, на одной из рун нету человека. Все, закрыли, дальше бьем. И так постоянно. До 33%, до 66% довели, этот босс становится неактивным, включается вот этот один из двух.